21 сентября 2020 года Мирный Аист принес 11 новорожденных в брестские семьи – 7 мальчиков и 4 девочек. Появление на свет двух Тимофеев – Давида, Ефрема и Вадима, Марьяны и Марии, а еще Эмилии, Софии, Тимура и Максима – с нетерпением ждали родители и особенно бабушки с дедушками. Но то, что растить и воспитывать будут ребенка с почетным званием «Дитя мира», это стало приятной и неожиданной новостью для всех. У нас родилась девочка, родилась она 21 сентября. Сегодня мы уже знаем, что это День детей мира, но тогда мы не знали. Она должна была родиться 29-го, но она решила по-другому, поэтому мы ее назвали Марией в честь большого праздника, который тоже был в этот день. А о том, что она родилась еще и в День мира, мы узнали совершенно случайно, когда гуляли с ней и получили звонок отсюда из ЗАГСа, где нас пригласили, в общем, поучаствовать. В таком мероприятии для нас это была полная неожиданность. Инициаторами акции стали сотрудники областного отделения Белорусского фонда мира. Поддержали ее сотрудники ЗАГСа. Не остались в стороне и представители православной церкви. От всех организаторов были учреждены небольшие, но ценные подарки. Памятные сертификаты, иконы, цветы и сладости. А самое главное, было произнесено много добрых напутственных слов и пожеланий. Мероприятие получилось трогательным и эмоциональным. Мне почетная миссия сегодня досталась вести очень праздничный и красивое мероприятие для детишек. 21 сентября 2020 года в Международный день мира родилось в Брестском областном родильном доме 11 детишек. Очень приятно поздравлять. Почему? Потому что это родились наши маленькие детишки, это новые граждане Республики Беларусь. Хочется поздравить искренне с праздником, семейным праздником. Многие спрашивают у меня, что обозначает вот этот сертификат «Дитя мира», который мы выдаем при регистрации ребенка. Когда мы думали вот проводить данную акцию, какую бы мы цель поставили, проводя эту акцию? Конечно же, воспитание миротворцев, людей, которые учатся по жизни жить с миром в душе, с миром в семье, с миром в обществе. А в нашем мирном православном обществе 21 сентября отмечают еще и Рождество Пресвятой Богородицы. И очень символично, что в день рождения третьего по счету мальчика в семье Лугиных добавился третий праздник. Я родился в День мира, и мы доверяем как свое житие, так и житие наших детей Богу. И верим, что они смогут расти у спокои, у миры, дякуючи как раз добродействам, которые дает Бог. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.